Прости, я пропустил твой звонок. Наш ужин в силе? Ужин? А, да. Я звонила по другому поводу, но... Да, поговорим за ужином. Я могу прийти и приготовить что-нибудь. Вот как. Что ж, я люблю риск. Я пока не дома, но куплю что-нибудь и дам знать, как вернусь. Хорошо, до связи. Так, что-то ужин у МДЖ. Сложно что-либо испортить, ведь никто ничего и не ждет. До ее звонка я могу немного поработать. Она как-то, знаете, отвлеченно ответила на наш звонок, как будто бы чем-то занята была. Она уже и не вспомнила про ужин, который мы наметили на этот вечер. По прозвищу Носорог. Носорог? Всему, вчера он чуть не сбежал из своей камеры на плоту. Да вы чё? Интересно, как? Ну, никто не дал нам на это ответа. Но меня заверили, что его перевели в более надежную камеру. Я, конечно, не эксперт по тюрьмам. Но разве суть этого учреждения не в том, что это и есть самое надежное место? Он же 300-килограммовый маньяк со сверхпрочным рогом. Если у вас есть надежная камера, почему он не был в ней? Ну да, в этом есть какой-то смысл. Паучок, лапку. А ты сюда. Или ты, типа... ты правда ты? Слушайте, у меня дополнительных заданий не осталось на карте. Я прям не знаю, чем себя занять. Наткнуться бы на какое-нибудь преступление, чтобы скоротать время. Всем машинам. О, наконец-то. Где? Парка, прием. Я рядом. Я готов. Грабеж. Пора вмешаться. Бесшумное устранение. Как думаете? Я люблю хулиганов. А то что ты сделаешь? Да в смысле? Я уже увернулся от тебя. Готов? Не вставай. Смешные вы, хулиганы. Спасибо. Они хотели убить меня. Привет. Я купила продукты в магазине. Не терпится увидеть, что ты приготовишь. Давай, я готов. Лечу. Попробую тебя удивить. Блин, с удовольствием бы полетал по городу, но лететь так далеко. А у нас время ограничено, поэтому давайте, наверное, по стрэвелам воспользуемся. Ну так забавно наблюдать человека-паука в метро, который залипает в телефоне. Вот где живет Мэри Джейн. Я уже здесь. Питер, ты не поверишь, что случилось. Да помнишь ладно. Адрес, что ты мне дал? Я была там. МДЖ. Знаю, знаю. Погоди. Что это? Просто слушай. Нет, нет, мы опять будем играть за Мэри Джейн, что ли? Нет, дайте мне поиграть Человеком-пауком. Ну, может, мы все-таки... Может, она все-таки будет рассказывать не от своего лица, то есть мне не придется все-таки играть. Ранее в тот же день.
Видимо, все-таки придется. Вот место, что нашел Пит. У всех огнестрельное оружие. Что это за место? Вот отстой. Офис. Возможно, внутри есть что-то связанное с Ли. Нужно вернуться туда. Что? Что это? Какой урод не убрал за собой? Наверняка Хэппи. Чуть крысу не прибил. Сходи, проверь, что там. Мартин Ли платит боссу? Да. Этого зверя мы создали для... Ли, иди сюда! Он с тобой поговорит. Сейчас. Смотрите, как... Нужно проникнуть в тот офис. Кто это такой там ходит? Босс разозлится, если заметит. Ты ее пробовал? Чуть-чуть. Что они босс строят? Еще не доделал рецепт. Это все для Ли? О, от нее так плющит. Осторожно. Так, старайтесь не задевать ящики. Окей, будем внимательно. Что там происходит? Я что-то слышал. Потихоньку. Помаленьку. Не задевая коробки. Нужны эти огромные колеса. Колеса? Где она? Колеса? Я тут ее оставил. А вот и не оставил. Эй, кто-нибудь видел отвертку на 16? Мне что, это кажется? Креститься надо, когда кажется. А откуда у нас новая пила? Что это? Какое-то военное оборудование? Да не, не. Но на пути к нему много людей. Эй, кто-нибудь возьмет еще пиво после этой смены? Очень, очень удачно, что он пошел налево, а не направо. Так бы он увидел Мэри Джейн. Настаиваешь, чтобы на всем подряд стояли GPS-трекеры. Защищает свое ноу-хау. Не хочет, чтобы кто-то узнал про пыльцу. Да, паранойя какая-то. Заткни пасть. Работай давай. Арбайта. Кажется, это важные бочки. Алхимакс. Знакомое название. А что здесь? Бо, не надо! Ли, не заметь! На! Говнарь. Надгробие. Надгробие? Что? Ты прав, Крис. Такое нелепое имя еще надо придумать. Надгробие. Вот черт! Я сказал, что исправлю! Ты крепкий парень, Рик. Попробуем тебя сломать. Да ладно. Да ладно. Я только хотел сказать минус суперзлодей. Я разочарован. На. Слушайте, этот мудак какой-то мне нужен бессмертный. Новый сварщик. Надгробие. Назад пути нет. Нужно проникнуть в тот офис. Ну вперед тогда. Ну давай. Ходи, посмотри, что там. И вот мы здесь. Клянусь, я что-то слышал. Да ничего ты не слышал, ты глухой. Чертежи. Опять что же, лучше... Вот что они создают для Ли. Но для чего ему нужна бронированная машина?
Здесь должно быть что-то... Ну вот. Уж лучше бы мы в эти моменты играли бы не за Мэри Джейн, а за Питера Паркера, блин. GPS-трекеры. GPS-трекеры? Для чего они над гробью? Так, братва. Уходим. Забирайте добро из офиса. Мне пора. Удивительно, я даже ни разу не попался. Ладно, я хочу сказать, больше так не делай, но знаю, что ты все равно сделаешь. Так что... Возьми с собой несколько. Класс. Спасибо. Ты же понимаешь, что надгробие почти что неуязвим? У всех есть свои слабости. Я вот... без ума от того, что ты там готовишь. Запах дивный. Курица карри. Пусть пока потушится. Ну, хоть не пельмени. Ну... Ты ведь никогда мне их не простишь, да? Не-а. Знаменитая пельменная катастрофа. Не могу поверить, что эвакуировали все здание. Ага, еще и в январе. Твои соседи меня ненавидели. Ага, они были счастливы, что мы расстались. Да. Так. Давай обсудим, что ты нашел в офисе Ли. Ну, Мэри Джейн такая симпатичная. У Ли явно проблемы с Норманом Осборном. Да, но почему? Пока не знаю. Но его следующий шаг как-то связан с дыханием дьявола. Не знаю, что это. Ага. Попробую узнать. Я тут подумала. Может, нам объединиться? Что, хочешь стать моей помощницей? Типа, девушка-паук? Женщина-паук. Нет, женщина. Не помощницей. Партнером. Соглашайся. Не это. Твоя система наблюдения. Взлом в жилом квартале. Чарльз Стэндиш. Звучит знакомо. О, финдиректор Аскорб. Стой. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Ли, правда? Прости, что так сбегаю. Ты что, бросил свою одежду на пол в кухне? Довольно забавно. Куда мне её лучше? Просто положи на диван. До встречи. Ага. Прямо как жена его построила. Положи одежду на диван. Грязные носки закинь в стирку. Не забудь вынести мусор. Мне понравилась вот эта сцена, когда они были вдвоем. Очень мило смотрелись оба. Такс. Я готов. Так, 29 уровень. Привет, алло? Это я. Карри отличный. Так что мы так знаем? Так ты жрёшь там? Засранка. Новый костюм. Доступен. Я вообще-то хочу гаджеты вкачать. Ну давайте сперва сюжет послушаем. Посмотрим. Финансовый директор Аскорб. Больше 20 лет компании. Не женат. Большая коллекция искусства. Если у него пентхаус в том доме, значит он супер богат. Раз Ли охотится на него, он связан с дыханием дьявола. Я поищу что-нибудь в той папке. Дай знать, как найдешь. Думаю, Ли мог задумать что-то похуже, чем события в ратуше. Так мы теперь партнеры? Потому что очень похоже, что да. Партнеры! Хорошо звучит. Отлично. Пока, партнер. Ну, хоть что-то. Сперва партнеры, потом друзья, а потом мы... Я думаю, ты знаешь, что потом. Так, давайте вкачаемся. Я настаиваю на том, чтобы надо вкачаться. У меня уже 7 очков навыков скопилось. Куда мне столько? Я, в принципе, уже вкачал все, что мне нужно. Так. Давайте вот это возьмем. Вот это что такое? Улучшение паутинного удара. Таким образом, что он отражает не только цель, но и соседних врагов. Соседних врагов оглушает.
А вот это? Давайте возьмем. Хотя вот из этой ветки тоже что-то надо брать. О, дальность, вот это надо. Вот это что? Для перемещения чисто. Окей, пускай будет. Ага, вот и высота прыжка, которая мне так не доставала. Вот это что такое? А, теперь толстяков можно кидать. Ну давайте, я думаю, это будет полезно. Так, еще одно очко. Очко осталось. Вот это что ли взять? Или это? Дополнительный урон в воздухе. Давайте. Пущай будет. Снова кипиш и без меня? Полиции не помешай помощи. Это да. Этого минус. Не-не-не, ты не прав. Задел все-таки. Ага. Приговор. Давай тебя в минус. А я уж не успел тебя нокаутировать. Да, не за что. Обращайтесь. Возможно, внутри есть еще. Ждите здесь, парни. Немножко здоровья отрегенили. Что-то я маленько не разогретый. Много урона принял. Есть кто дома? Кто-то тут спешил. Человек-паук! Что такое? Ты ранен? Я да. Но вам нужно скорее найти мистера Стэндиша. Парни в масках схватили его и силой увели к нему домой. Он живет в пентхаусе, верхний этаж. Ладно, держитесь. Ты же сейчас! Рад, что вы здесь. Не могу найти свою машину. Готов поклясться, что оставил ее тут. Оу! Нет. Приговор. Нет, нет, нет. Все что ли? Джентльмены. Они как-то слишком быстро умирают, не находите? Ой, как классно много. Ну
гаджетами что-то как-то слишком легко я их раскидываю. Стойте, и вы тут работаете? В этом здании к охране парковки относятся очень серьезно. Легко, не находите? Хорошая драка. Пятерка за старание. Лифт не вариант, они знают, что я тут. Может, я смогу пробраться по шахте лифта? По шахте лифта, думаешь? Ну, окей. Похоже, отсюда можно пробраться в пентхаус. Подберусь поближе и вырублю. Тебе меня уйди. Чего вы выглядываете? Проверяете, что ли? Кто бы мог здесь быть? Ну, хотя они знают, что Человек-паук здесь. Ну, возможно, да, они целенаправленно проверяют, где я тут. Правда, смотрят они непонятно куда. Я почти на месте. На свет не выползаем. Ну, не выползаем, так не выползаем. О-оу. Я, кажется, попался на свет, но ничего не произошло. До рассвета скачалось. А, никто и не увидел. Без лишнего шума. Высокое здание. О! Зажигательный. Серьезно? Ай-яй-яй. А, ну хватит. Действительно, хватит, вы чего? Нехорошо. Это Стэндиш. А, ладно, что теперь? Вводи свой пароль. Джентльмены. Забрать? Он, кажется, нервничает. Стоит вырубить его. Забрать. Слушай, я точно играю на высокой сложности. Что-то прям вообще сложности не ощущаю. Не то чтобы я жалуюсь, но... Забрать его. Так, этого кто-то проглядывает. А, вот кто его проглядывает. Я смотрю, ты тут один, да? Ну, бесшумное устранение тогда. Херакс. Ой, тоже легкая добыча. Слушайте, а он с того окна меня не видит, вот с этого? Эть.
Сразу возбудились как. Сюда, к своему дружку. Сыграть в города пока. Вон там толстый стоит, не опасный. Стой, 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 стой. Куда ты пошел? Кто тебя просматривает, не могу понять. Вон тот, что ли? Вы посмотрите на это. Добыча Человека-паука. Ты не опасен. Забрать, пока никто не видит. Теперь сейчас с тобой. Слушай, ты тут один? Бесшумное устранение. Пора, баиньки. Все? Это все? А, нет, не все. Как это я тебя проглядел вон там? Готов. Ладно, все чисто. Надеюсь, Стэндиш в порядке. А, там никого и нету. Вот! Вот! Ох ты, смотри-ка, он паутину отбивает. Не вставай. Он отбивает все! Так, парни. Ага, я знал, что он тебя здесь убрало. Ну и... Еще разок. Если это все, то... То я не почувствовал. Теперь порядок. Что они тут забыли? Просто финансовые отчеты. О дыхании дьявола? Как ты об этом узнал? Зачем они им? Я даже не знаю, что это. Мистер Осборн вложил в это кучу денег, но все эти годы держал все в секрете. Я один знаю что-то об этом проекте. Уже нет. Так, они скопировали часть записей на защищенный сервер. Платежную информацию о докторе Айзеке Дилане. Кто он? Честно, не знаю. Пригнись! Вот так нельзя было Человек-паук подымать его. Давай, могли давай. Попасть. Мне кажется, в Профине было бы стол поднять и спрятать его там. Сейчас! Достал! Старайтесь падать медленно! Все в порядке. Все в порядке. Человек-паук спасет тебя. Порядок? Да, наверное. Да, наверное, не знаю. Нет. Нужно подчеркнуть. Знаете, для шахты лифта здесь очень даже мило. Привет, Юрий. Ты в порядке? Да. Полнейшем. Но я ничего не успел узнать, как пришли парни из Соболя и велели сваливать. В чем дело? Мне кажется, они просто хотят заткнуть ему рот. Потому что он в курсе про дыхание дьявола. Точно. Что бы за хрень это ни была. Я, кажется, как раз нашел рабочую зацепку.
Зацепку? Копом себя возомнил? Имеешь в виду... Копом-пауком? Юрий? Копом-пауком? Блин, а было бы классно, если был костюм Копа-паука. Питер, что там со Стэндишем? Порядок. Ладно, здорово. А демоны? Они искали имя. Ручка близко? Да, диктуй. Доктор Айзек Дилани. Ладно. Кто он? Причем тут он? Я надеялся, ты мне скажешь. Я займусь. Дай лишь время. Да, кстати, ты оставил у меня тот трекер. Я завезу его в лабораторию доктора Октавиуса. Сообщу, как найду что-нибудь о Дилани. Доступно новое побочное задание. Ну раз... Доступно новое побочное задание, то может быть стоит его выполнить? И где оно? А я не вижу его. Нету голубого маркера. А не, вот он. Но только одно доступно. Надгробие на ходу. Побочное задание. Нет, давайте побольше все-таки накупим побочных заданий. Столько всего нового открылось. Что это? Поглощение части получаемого урона без обнуления счетчика серии. Уменьшение получаемого урона от взрыва и ракет. Ну, вот это на самом деле стоит взять. Гаджеты. Жетоны испытаний нужны. Когда уже начнутся испытания? Я уже весь извелся от нетерпения. Так, и основного сюжетного задания нет. Окей, ладно, давайте тогда на этом сделаем перерыв. Какой же красивый город. Ребят, большое вам спасибо за просмотр. С вами был игрок. Игра Человек-паук. Всего хорошего. Готовьтесь с удовольствием. И пока-пока.